Здравствуйте, перед вами ива обыкновенная или ива ломкая, которая растет везде на пустыре, и с нее решил сформировать шар на штамбе. Взял двухлетний саженец, укоротил его, он был 1,50 м, укоротил его на уровне 1,20 м, и он пустил разветвление. Потом эти разветвления через 3-4 недели еще раз укоротил здесь, чтобы он пустил еще разветвление. Это третья летняя обрезка. Опять же, я делаю такой легкий контур и прищипываю кончики. Тем самым я стимулирую еще одно разветвление до осени. Таким способом получается шар на штамбе из обычной ивы. Потом можно подключать уже кусторезы, то есть ножницы для обрезки кустов, и формировать уже форму, держать. Чем вы чаще будете обрезать через каждые там 2-3 недели, чем плотнее будет форма. Вот в следующем году еще мы проведем 3-4 обрезки, и уже будет плотный шар на штамбе. С любой культурой можно сделать декоративное растение таким способом, путем летних обрезок, укорачивания однолетнего прироста, и как секатором, так и обрезными садовыми ножницами. Ну, просто по контуру проходим. Ну, вот этим хочу показать, что есть на более простой метод, чтобы дома сделать красоту с любой культуры, не обязательно покупать даже в садовых центрах. А вот видите, я пока с вами беседовал, уже сформировал контур, а все нижнее мы убираем. Таким способом мы содержим в чистоте штамп, и путем укорачивания мы поддерживаем плотность фигуры. Спасибо за внимание. С вами был Виталий Орех. Подписывайтесь на мой канал. До свидания.